Готов? Готов. Вперед, Бейли! Я Бейли, а это мой человек Итан. Наслаждаешься ветерком? Я прожил много собачьих жизней, но в конце концов всегда возвращался к Итану. Вперед! С возрастом легче не становится. С возрастом легче не становится. Это Си-Джей, новый и самый прелестный член нашей стаи. Пилосик, пилосик, пилосик. В чашке ничего нет. Обожаю завтракать с внучкой. Я тоже. Она подкармливала меня беконом. Ты позволяешь ей купаться с грязной псиной? Мы просто веселимся. О, мама тоже хочет поиграть. Ой, боже мой. Или нет? Вскоре Си-Джей пришлось уехать. Дай знать, когда устроишься. Я хотел погнаться за машиной, но сил что-то не было. Бейли, Бейли, Бейли. Ты столько для меня сделал. Когда ты вернешься, позаботься о Си-Джей. Ты нужен ей так же, как и мне когда-то. А потом чудо! Я снова стал щенком, а Си-Джей – смыслом моего существования. Она так выросла! Сидеть! Сидеть! Покажи ему, кто главный! Лежать! Что ей надо? Не понимаю. Видишь? Си-Джей, у меня свидание. Опять? Я всегда чувствовал, когда она больше всего нуждалась во мне. Свалю отсюда при первой возможности. Перееду в Нью-Йорк. Стоп! Знакомый запах! Итан, это я, Бейли! Старина, это ты? Я вас не приглашала. Зачем пришли? Мы хотим повидаться с внучкой. Прошу тебя. Присматривай за Си-Джей, ладно? Ого, великан, ты нашел силы подняться? Неважно, в той жизни или в этой, я всегда буду Си-Джей. Привет, ты откуда взялся? Похоже, он вас выбрал. Жизнь не всегда идет по плану, но порой она приносит массу приятных сюрпризов. Ты многого не знаешь об этой собаке. Жизнь не дает ответов на все вопросы. Но я точно знаю, каждому из нас уготована своя судьба. «Собачья жизнь 2» в кино с 29 августа.